Дети, у нас новая ученица. Всем приветик, я баба. Чего? О, нет, овца. Какая стрёмная. Проявите уважение. Не надо ее к нам. Прекрати, эй, ты ее смущаешь. Да. Яуч. Простите. К учебе готова, Миш. Вы тут вы все такие милые. Точно вкусные. Баба, ой, извини. Извинения приняты, поняшка. Глаз не, я не спущу. Сегодня мы превращаем яблоко в изумруд. А, это легко. Смотри, что а? Я нашел. А? О, жуть, а, не конец. Паникуй а. Ой, умора, ты видел, как она... Кикин-чикин, что с ним случилось? Как круто, это... да? А... ну, кто дальше? Нет, мисс Делайт, баба съела Кикина. Что ты сказал? Кикин-чикин? О, да вон твой пернатый друг. В смысле, это картонка? Да, учитель, я здесь, жив цел орел. Да вы издеваетесь. И на уроке мы не шутим, ясно тебе, жучка? Ой, простите. Кайфули, ротик на ноль, щенок. Хватит меня отвлекать. Ой, есть идейка. Наконец-то еда. Может, поделишься? Конечно, хочешь, весь забирай. Ладно. Но вот я люблю с беконом. В чем дело? Пиги, нет! На неделю хватит. Ну все, мисс Делайт, баба. Я же просила меня не отвлекать. Как два копыта. Но она опять убивает. Что я тебе сказала, Кэтнеп? Новенькая зарезала Пигги, а? Понятия не имею, о чем он, мисс. Но где тогда Пигги? Сидит на месте. Ох, Кэтнеп, все с ней хорошо. Какого Шрёдингера? Это ж просто палка и башка сверху. Довольно! Ай! Это правда. Хватит ее обвинять. Я не хочу с ней учиться в одном классе. О, зайенька, какая жалость. А, не смотри на меня так. А чего она притихла? Исчезла! Где она теперь? Она же может быть где угодно! О нет, я в опасности! Расслабляться нельзя! Давай, баба, покажись! Ты меня потеряла! Что ж, потанцуем! Ну давай! Грязные трюки пошли, но я не против! Мисс Делайт, Поппи меня стукнула! Ну что опять за шум? Я училась, а она меня ударила! Ну все, вы меня разозлили! Хватит уже задирать новенькую, я вам покажу! Что? Я вас научу себя вести! Нечестно! Ну-ну, они тебя не тронут! Ты в порядке? Ага, лучше не бывает! Я еще отомщу! Да вы офонарели! Это просто сюр какой-то! Вот, садись, я тебе помогу! Готова? Еще как, мисс Делайт! Тогда удачи! Спасибо! Так, начнем вот с этого, а теперь добавим кровавого! Должно сработать, надеюсь! Глаз крысы, струна арфы, пусть яблоко станет изумрудом. А в чем дело? Череп? Как это возможно? Ой, изумруд не получился, но ты была близка, умничка. Эй, чего? А нас вы всегда наказываете. Она меня не трогает и правильно делает. Школьный череп, дай мне сейчас! Что это такое? Что происходит? Что, не ожидали увидеть мою истинную форму? Что? Мы того не можем. Вам все равно, конец. Что ты делаешь? Ожрите мой гнев! Сильная. Я ж тебя защищала и с тестом помогала. Что тебе еще? Заткнись, недостойная. Нет, мисс Делайт мертва. Баба, как ты могла? Я только разогреваюсь, друзьяшки. Хоппи, жесть, спасайся, кто может. Вы никуда не пойдете. Но я еще совсем не готов. Как же задорно вы хрустите. Нам срочно нужен план. План такой, вы отправляетесь ко мне в желудок. Что? Кто? Вас целых двое, деритесь. Нет! Что? Ты что творишь? Так мне их не победить. Кто-то очень плохо себя вел, пора его наказать. Вот тебе. Да. Двое на одного, нечестно. Кто бы говорил. Красава! Вот они, герои! Получилось! Она жесткая. И полудохлая. Икеликки! Молчать! Пора тебе принять последствия своих действий. Но я ничего не делал. А ты в этом уверен? Я вот все помню иначе. Нет, прошу, не трогай меня, Ики. Не хочешь отвечать?
Плевать, я тебя порешаю! Прочь от него! Стой! Ики, зачем ты на него нападаешь? Смеешься надо мной? Моя жизнь пошла под откос, и все из-за этого котяры! Вот, слушай! Жабки святы! Вот от этих экспериментов почувствуешь себя живым! То есть буквально! Ладно, продолжим! С каждым днем я все сильнее! Это не предел! Любопытно! Бойцовский кролик! Бакс Банни, шарик! Ух, боевое искусство, чак! Если мои расчеты верны, то ответ лежит на поверхности. 4. Муа. Готово. Весьма недавно. Башковитый. Записываем. Бабуля бы мной гордилась. Сосредоточься. Да, с поваром им повезло. Так, я тренировался бить и побеждать. Эти ваши тесты не испытания, а так прогулка. Легко и просто. Нет, нельзя терять бдительности. Вот слабачок. Да, забрал сам себя, получается. Согласен. Это 2. Я реально много занимался. Ты даже примерно не попал. Больше никаких ошибок. Зрите, мой шедевр! С ним хоть на телек иди! Да, но по другой причине. И в готовке полный ноль. Я вам покажу, какой я мощный! О-оу! Нет! Надеюсь, они этого не видели. Я видел достаточно. Пойдем-ка. Пшал. Воу! Прощай, Ики! А, тут только кот дрыхнет. И что мне с ним делать? Нам нужен новый улыбающийся зверек. Вот мы и выбираем между тобой и Катнапом. Найс! Я его в 2 счета уделаю. Но сначала тебе нужно пройти последний тест. Это, конечно, неожиданно, но такая мелочь меня не остановит. У меня свой стиль. Они точно выберут меня. Почти. Чё? Что делать? Туда залезть? Да как нефиг. Я и на лахте-центр собирался за секунду. Да быть того не может! Ого! А он не потрясающе! Плох. И как тут выжить вообще? Не знаю, даже думать лень. Какой гемор. Говоришь, так хочешь, а я пошел. Глупый Кэтнеп. Думает, опасные трюки — это его стезя. Он просто не знает истинных талантов Ики-Лики. Узрите сияние моего гения! Я буду новым улыбающимся зверьком! Так, не отвлекайся. На этот раз я не провалюсь. Я выиграю, и ты не отнимешь у меня мою мечту, Кэтнеп. Стрела мне в болото? Но это невозможно. Как он добрался до финиша раньше меня? Это какой-то бред полнейший. Ой, медленно. Цифры проверь. А того не стоит. Скучно. Я как-то. Ну, начнем. Только предупреждаю, я сильный боец. Да, болтай. Скучная болтовня меня усыпляет. Лягух против кота. В бой! Моим сенсеем был Наруто. У тебя нет ни шанса. Сдохни! Сладких снов. Восхитительно! Задай ему! Да, умница! Кэтнеп, ты теперь в команде зверьков! Ура! Я победил! Я знал, что я лучший! Несправедливо! Вы же знаете, что он мухлюет! Я столько тренировался, я должен был победить! Но проиграл! Грубиян! Ты не имеешь права себя так вести, неудачник! Иди сюда! Я тебя вдарю! Что? Лошара, завидуй молча, бородавка! Проигравших мы утилизируем! Дайте мне еще один шанс! Прошу, не надо! Что это было? Я свободен, но спасен ли? Вкусно. Не бойся, я помогу тебе. Ты злая. Я в деле. Вот поэтому теперь я с ним поиграюсь. Не смей его трогать! Догдэй! Надеюсь, ты готов к Рейби, бэйби? Это касается лишь нас двоих. Не делай этого, Ики! Тебе ведь было весело меня унижать, да? Так чего ты приуныл? Ты прав, я такой лентяй. Я не заслуживаю быть улыбающимся зверьком. И если подумать, лучше избавься от меня и займи мое место. С ума сошел? Не думаю, что смогу. Давай, пока есть шанс. Ты хороший, я тебя не трону, наверное. Не быть мне зверьком. Да и какая разница? Кэтнеп, спасибо тебе большое. Ого, он оказался хорошим парнем. Слышь, Бобик, пасть закрой.
Да что ж ты никак от меня не отстанешь? Это честь шоу, глупыш. Погоди, кто ты? Я Рэйби, ты будешь поглощен силой моей любви. Отвали ты, мелкая, милая красавица-мышка. Я тебя так люблю. Может, поцелуйчиком? Какая наглость. Слушай меня. Да, мэм. Ты влюблен, это чудесно. Ведь мне нужна твоя помощь в убийстве всех зверьков. Считай, уже сделано. Ладно, хороший мальчик. Неплохо. Теперь ты. Ну, держись. Лови. Да. Вот это удар. Эй, ты в норме? Пойду мяч возьму. Хобби Ваучи. Так круто. А ты кто? Я Рэйби Бэйби, а ты симпатяшка. Ты так думаешь? Ну, ты тоже милая. Шутишь? Это, по-твоему, милая? Это же мерзкая летучая. Она не мерзкая. Кэтнап, погоди-ка. И тебя очарую. Готова. Я влюблен. Приказывай, госпожа. Фу! Знай свое место! Тебе конец! Я так не думаю, Боба. Чего? Приветик! Можно мне с вами? Конечно, можно! Вот, бери! Хватит! Не волнуйтесь, мальчики, я могу играть с вами обоими. Стой! Нет! Вы же чувствуете, как вам вскружило головы, а, малышки? Чего? Девчонки, вытащите меня! Не то меня в лепешку раздавит! Что нам делать? Я не хочу превратиться в отбивную! Черт! Не дотянуться! Умоляю, я не хочу умирать! На помощь! Это последний шанс ее спасти! Получилось? Пронесло. Хобби! Что тряслось? Это из-за летучей мыши. Вы ее видели? В чем дело? Рэйби хочет вашей смерти. Они все от меня без ума. И вы ничего с этим не сделаете. Мальчишки, в атаку. Расскажешь, Рэйби? За Рэйби! Эй, чего деретесь? Прекратите, вы не такие. Приказ есть приказ. Я должна ее остановить. Ты что задумала? Перестань! Фу, как некрасиво! Вот так! И не вставайте! Теперь я тут главная! Постойте! Это тень! Нет, что она делает? Мы свободны, ребят! Бежим! Это все? Не смей я собой владею! Лучше я пойду! Это зелье могла сделать только она. Ты что творишь? Мне было скучно. Это вовсе не оправдание. Я не оправдываюсь. Сколько это серьезно? Помни, зачем мы тут. Что? Ой. Смотри у меня. Да, я помню. После всего, что было, я так жалею о том, как поступил с ней. Прости меня. Как жалко. Прости, подруга, я не хотел тебе вредить, правда. Но, наверное, теперь уже слишком поздно, да? Я такой плохой пес. Прости меня. Вау! Быстрее! Наконец-то! Тут мороз пью! О, это вполне сойдет за рампу. Выглядит опасно. Вау, да, погнали, подруга. Мне кажется, не стоит, Догдей. Да будет круто. Да? Давай попробуем, Догдей. С тобой так весело играть, но так рискованно. Вау, нет, я хочу вниз! Как здорово! Берегись! Нет! О, мой кот! Бедняжка! Дипропёса нет! Не может быть! Она была так молода! Это все моя вина! Я виновата! Зачем я это сделала? Это совсем несправедливо! Хватит! Я не хочу проблем! Ай! Несправедливо! Да, жизнь тоже! Нет, стой! Мне нельзя умирать! Кто сказал? Даже не думай! Глупец! Спасибо, убегай. Что спас мне жизнь, друг! Ура! Да, я разберусь. А как тебе это? Я тебя не боюсь. Козлина! Мне не до этого. Пока! Не останавливайся! Я по собой поймаю, трусы! Пронесло. Выход там. Не дождетесь. Скорее, пока не поздно! А без ног справитесь? Скоро! Беги! Скорей! Помоги! Хрусти! Теперь вы мои! Нет! Спаси меня! Пойдем со мной! Тоже мне! Тебе конец! Нет! Грусти! Как ты могла? Можешь прощаться с жизнью, поняшка! Нет! Грусти! Нет, прости меня, Грусти! Я потеряла его! Прости меня, мне так жаль, правда! Я поступила так плохо! Смотри-ка! Я запущу самолетик
два плюс... О! Кто в меня это бросил? Не знаю, это не я, но я сделал. Ладно уж, надо продолжать урок. Смотри! Нарисуйте мне... Сейчас я его так напугаю. Рисуя круг, надо быть очень внимательным. Это точно. О боже, кто это сделал? У меня кончается терпение. Класс! Поиграем в бейсбол. Где ты здесь? Хоумран через 3, 2, 1. Ой! Я лучше. А ну говорите, кто все это делает? Мне надо избавиться от Рик. Стой! Что ты делаешь? Готово. Хобби? Это ты? Ты заплатишь. Что? Стойте! Как ты мне надоел? Нет, помогите! Мой кролик! Я не хочу умирать! Флоппи, не может быть! Я чудовище! Я тоже не ангел! О, Импин, прости меня, я дурак! У меня для тебя кое-что есть! Как мило, не стоило! Что это? О, прелесть! Повешу на стену! У меня для тебя тоже кое-что есть! Правда? Ну-ка, взгляни-ка! Вау, что же там? Что это? Это уничтожитель 3000. Спасибо. Давай испытаем его. Положи яблоко на голову, а я буду стрелять. Я не хочу. Доверься мне, если любишь. Ладно, я доверюсь тебе, милый. Не шевелись. О, вдруг ты промахнешься. Доверься мне. Упс. Я жива? О, божечки! И вправду уничтожитель! А как же! Я всегда в тебя верила! Видишь, никакого риска! Молодец, милый! У тебя получилось! Упс! Где твоя голова? Я убийца! Я не могу в это поверить! Все так быстро случилось! Да, как жаль! Бедняжки, какая жалость! Нам так жаль, ребята! Смотрите, сколько рыбы! Я спрошу у них! Стой! Что? Ребята, можно нам с вами? Это наша еда, уходите! Что? Я тебя научу делиться! Эгги, стой! Иди сюда, пока бекон не превратится в енота! Бекон? О, как же есть хочется! Секунду, вы думаете о том же, что и я? Да, мы знаем, что с этим делать! Посмотрим, кто в телевизоре! Пора начинать веселье, друзья. Готовьтесь к смерти. Бежим! А ну вернитесь. Спрячемся тут. Вам не сбежать от моих когтей. Что это за штука? Как страшно. А вот и мой ужин. Прошу, нет. Что он творит? Как вкусно. Не может быть. Скажите, что это ночной кошмар. Да, твой последний. Это безумие. Какой ужас! Мы должны быть сильными. Я пытался как мог, клянусь, но в конце концов все было напрасно, Катафия. А ну не двигаться! Ёшки-макарошки! Выбирай, либо вступаешь в мою команду, либо я убью Катафиен. Кэтнап, не надо! Эллиот ужасный человек! Помни об этом! Я не знаю, что делать. Думай. Кошак, выбирай уже! Он злодей! Я теряю терпение. Либо примкни ко мне, либо ей конец. Эллиот... Я согласен. Ответ верный. О, нет, Кэтнэп. Ты не ошибся с выбором. Пойдем. Не так быстро. Что? Тебе это с рук не сойдет. Что ты творишь, утырок? То, что должно. Предатель. Я тебе покажу, что бывает, когда мое доверие предает. Нет, Катафин! Что ты с ней сделал? Ты нарушил свое слово, а я свое. Не может быть. Я иду. Катафин, ответь мне. О, нет, это моя вина. Прости, зря я это сделал. Надеюсь, тебе сейчас хорошо. Я принес тебе кофейную чашку, которую ты любила. Прости. В этот раз мы все молодеи. Мы были плохими друзьями, не так ли? Да уж, мы поступили не лучшим образом. Простите, зверьки. Она не заслужила это. Ты прав, Кэтна. От нее остался один лишь кофе. Бедняжка Катафиен. Бедная Катафиен. Ты неплохой друг. Ты хотел меня спасти. Что? Я так скучал. Да, я тоже. Я так рад, но почему ты снова жива? Все благодаря силе кофе. Не плачьте, друзья. У меня есть решение для всех нас. Смотрите. О, моя лучшая подруга. Я так хочу вновь тебя видеть. Восстань. Я никогда не подведу. Хмурые зверьки, простите нас. На этот раз простите. Ты так здорово прокатилась? Нет, что ты говоришь? Я такого не заслуживаю. Это что, ночь?
ты? Я сделала печенье. Бери, пока не остыло. На чем я подскользнулась? Это то, о чем я думаю? О мой год! Кукла моей дочери? Прошу, скажите, что это неправда! В чем дело, дорогая? Что за шум? Весь пол в крови! Кажется, кто-то убил нашу дочь! О, милая, не переживай ты так. Наверняка этому есть логичное объяснение. Посмотрим, что я смогу найти. Поговорим с Кэтнапом. Ужас, взгляни на его дверь! Пора с этим кончать! О, мой кот, не может быть! Кэтнап! А? Что? В чем дело? Я тут делаю домашний кетчуп. А, я думала, ты зарезал свою сестру. О, мой кот! Наша дочь! Сестра! Кэтнап, ты что, убил свою сестру? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ах, ты лживый убийца. Слушай сюда, у тебя большие проблемы, молодой кот. Это ради нее. Я невиновен, невиновен! Тебе конец. Что? Что это? Не хочешь объясниться? Что? У тебя грязный рукав. Вы неправильно поняли, я все объясню. Ладно, я слушаю. Не знаю, с чего и начать. Кажется, я знаю, что с ней случилось ранее. А? Что? Обернись! Ой, хватит! Новости сегодня огонь! Что? О, мой кот! Умора! Я уже устал это терпеть! Что она задумала? Вау, похоже на кролика! О, мой кот, доча, нет! Фейерверк! Хватит! Как же больно! Это все цветочки! Лети! Прости! Не знаю, что было потом. Я испугался и убежал, но мне кажется... Папа? Мне прошу, надоело нет, твое поведение. Прости. А ну прочь с глаз моих. Нравится? Это все ты сделал, не так ли? Все было совсем не так. Вообще-то я... Что-то мне нехорошо. Нет, что с ним случилось? Сдвинься, пап! Кто это сделал? Что ты с ним сделал? Я ничего не... Что? Секунду, это была ты, мам! Доказательства у меня на руках! С чего бы мне это делать? Я помню, что случилось на днях. Это будет долго, но я приготовлю много еды, чтобы моя семья была счастлива. Хотим есть! Хотим есть! Я готовила это 4 часа, но вам точно понравится, дорогие. Я очень старалась и... Да-да, выглядит вкусно. Вкусно, мамуль. Это надо выбросить. Эта еда на вкус просто мерзость. Фу, там ей и место. Закажу-ка я пиццу. Звоню. Алло. Мне большую. Что ты делаешь? Пицца приехала. Кто-то заказывал пиццу? Не уверена, но куда все делись? Вы очешерели? С пиццей никогда не прогадаешь. Намного лучше, чем мамина еда. Почему ты так жестоко со мной? Нет. Она довела тебя до слез. Я ее и пальцем не трогала. Хотя в последнее время она такая... Мой план уже почти исполнен. Поймай, если сможешь, Кэтнап. Эй, ты, вернись. Быстрее, черепаха. А ну стоять. Как высоко моя голова. Твое время пришло, котик. Зачем ты это делаешь? Заткнись. Уже скоро тебе конец. Еще чего, маньячка. А ты у нас сильный братик. Как это возможно? Ты же умерла. Ты дурак, Кэтноп. Это все была часть плана. Видишь ли, за что ты так со мной? Потому что ты не умеешь себя вести. Ты наказана. Никаких игрушек и игр. Я тебе преподам урок. Почему ты такой жестокий? Почему ты ничего не съела? Потому что ты готовить не умеешь. Ты у меня сейчас получишь. Мам! Прости меня, мама. Я отомщу, и они пожалеют. Начнем с фальшивой крови. И мягкая игрушка, чтобы их запутать. Этот мир из твоих грез. Такого вы не ждали. Шаг 3, готово. Теперь осталось избавиться от них и убежать. И вы купились. Зачем ты все это сделала? Я ненавижу вас. А ты меня ни разу от них не защитил. Прости, я ничего об этом не знал. Уже слишком поздно. Братец, тебе конец. Сестра, прошу, не надо, я тебя умоляю. Нет. А вот и шаг номер 4. Умри! Что? Нет, стойте! Это все был твой план, что? Да? У тебя большие проблемы, юная леди. Нет, хватит, вы все не так поняли. Вы не можете так со мной поступать, я ваша дочь. Все это я отдаю Кэтнапу. Второй день рождения. Да. Спасибо, сестренка. Но это нечестно. Нет, ну и урод. О, нет! Я спасся? Да вряд ли. Надо поскорее от нее оторваться. Как
моей пилы не сбежать. Думай, думай, иначе мне не выбраться отсюда живым. Ах, скорее. О, мой кот. Папочка, ты мне нужен, где же ты? Ой-ой-ой, вот я уволень. Попался. Нет, умоляю, отпусти. Эй ты, лапы прочь от моего сына. Веселуха, давай еще. Стоп, а кто ты? Я Котофеин, и я тебя уничтожу. Крутяк, секундочку. С дороги, парнишка. У меня тут еще неоконченное дело. Смотри, учись. Как странно, как будто мое тело в раз наполнилось энергией. А да, круть. Господи, что ты сделала с моим сыном? А теперь вот как пожелаете, моя леди. Иди сюда. Ты что? Думаешь, я тут шутки шучу? Сейчас мои кофейные пули как следует тебя взбодрят. О, мой кот, что ты делаешь? Ненормальная! Очевидно же! Мне нужна помощь! Спасите, там чудовище! Не бойся, Догдей! Прости, что напугала. Я хотела познакомиться. О, мой пес, так тебе одиноко. Прости, пожалуйста, что я сбежал поначалу. Ну ты чего? Это моя вина! Не грусти. Давай дружить. Может, пойдем поиграем? Всегда полезно чутка размяться. Да, спасибо, Догдей. Тогда идем. Повеселимся. Сейчас я налью вам депресса. Наконец-то! Нет! И с кем теперь играть? Догдей! Нет! Перерод! Офигеть! Нет! Она нас так всех поработит! Надо найти остальных. Крафти? Стой! Нет! Что-то Майнкрафт стал сложнее. О, мой кот, стой! Почти все! Нет! Оставь ее! Ой! Ты совсем спятил! Ты за все... Отвали! Я выполню задание! О, нет! Крафти, осторожно! Ой-ой, дело дрянь! О, придется прыгать! Крафти, нет! Нет! Привет, девчонки! Рада, что ты жива! А? Слышь, что? Ты, трус копытный, зачем ты так? Ну, мне Котофеин приказала. Что? Котофеин? Щекнутая? Вот я... А, за что? А, это нож? Следующий. Все очень плохо. А мой кот? От меня не спрячется никто. Что же это с ними? Кофе вреден. Попался, наконец! Что? Крафти, кофе, почему? Что же делать? Пикник. Точно. Надеюсь, хватит. Сработало! Супер! Я спасен? Фу, да, похоже на то. Теперь хоть передохну наконец-то. Рано радуешься, пап! А, сынок, нет! Не трогай меня! Я выполняю приказ! Нет! Что это было? А, что? О, мой кот! Он там живой? О, моя голова! Вода нейтрализует кофе! Спасибо, папуль! Интересно? Папа, этот хлопок был страшный! Да, ты прав. Странно это. Поищем источник звука. Нам сюда? Кажется, да. Может, тогда заглянем внутрь? Вроде сегодня стреляла только та кошка. Надо ее остановить. Что? Это она? Какого черта вы все еще возитесь с ним? Мы сделали, что могли! Просто поймайте его, что тут сложного? Мы пытались, клянусь! Эллиот! Точно! Похоже, он их заставил. Да, есть идея! Умно. Вы ни на что не годитесь! Так я с вами разом со всеми и покончу! Ребята, он опасен! Думаешь, я шутки шучу? Передумаешь! Кто здесь? Это тебе надо перепередумать. Кэтнап! Что бы ты ни задумал, я на это не куплюсь. Он заряжен! Сладких снов! Что? Ловушка? Бомба? Нет! Какого? О, нет! А он оказался умнее. Давай. Да, папа! Эй, кофеманы, пора бы вам сполоснуться! Мы вас откроем дочисто! Никак не пропустим! Вот это удар! Что? А ну не лезь ко мне! Подняты ты мешок! Что? Да, поставил живо! Котофеин, что ты делаешь? Это твой шанс, Котофеин! Стреляй! Не надо ставить меня перед выбором! Да не в меня, в кота, целься, в кота! Котофеин, не надо, прошу! Не трогай папу! Мне правда жаль!
как ты могла? Я ранен. Ты его пустила. Покидает меня, дитя мое. Нет, папочка, не уходи. Будь сильным, сын. И пусть ты... Секундочку, меня ж даже не задело. Ты предала меня. Мне жаль, Эллиот. Но ты меня обижал. Эй, Котофиен, ты в порядке? Еще как. Молодцы, ребята. И теперь мы можем дружить. Ну, конечно. Давайте жить дружно. По кофейку? Нет, бегите со всех ног. Да что ж за непруха? Я же еще маленький, я вынужден полдня тупить в саду. О, нет. Так, молодой человек, стоять. Пока не закончишь с газоном, домой не пойдешь. И даже не начинай. Работы еще полно. Но сейчас дождь, мам. Ладно, я пошел. Дурацкий газон, дурак. Меня даже гром ненавидит. И мозоли еще натек. Что же дальше? Животик. Жевать бы сегодня что-нибудь, кроме соплей. Опаньки, идеально. Мне сегодня везет. Не так что? Быстро. Нет, вода. Вот тебе. Ай, за что? Ого. Угар. Хотите сказать, он выйдет за него? Нет, это так глупо. Мама, я есть хочу. Я вообще-то сериал смотрю, не видишь? Мам, телек, все. Иди сам готовь. Ну, мам, так нечестно. Одни проблемы, хоть бы одну решили. Эй, милая, ты там помой жаришь? Ты это к чему? Кухня! О, мой кот, что же мне делать? Так и знал, что надо было рецепт посмотреть. Но теперь уже поздно. Боже мой. От огня больнее, чем от слов шефа Рамзи. Помогите. Ловлю. Ну все, ты наказан. О, мой кот. Как же мы вовремя. Вечно он косячит. А? Ну зачем ты так? Но я же не специально. Твое не специально чуть нас не убило. Это твоя вина. Но, мамочка, ты же сказала мне готовить. Ну так больше готовить не будешь. Работай. Они меня больше не любят, я прав. Это обязательно? Им совсем на меня плевать. Тогда я лучше уйду. Глупые предки, да кому они нужны? Что? Нет, прошу. Почему он тут один? Не плачь, хочешь пойти с нами? Своих детей у нас нет, и мы бы с удовольствием тебя приютили. Мне нравится, я за. Чудно, идем. Да, мамуня. Тебе у нас понравится. Гнездышко святой любовью и пары сотен миллионов, конечно. Надеюсь, ты оценишь. Добро пожаловать в семью. Офигеть! Чешир, меня побери, так круто! Я смогу узнать, каково иметь хорошую жизнь. Боже, я в раю. Ты еще свою комнату не видел? Поверить не могу, я смогу играть в Elden Ring. И наконец-то пройду Зельду. Спасибо. Все для тебя. Ну все, веселье. Иди играй. Люблю вас. И мы тебя. Лапочка. Ох, котички, как удобно. Все лучшее для сыночка. Ох, как же спокойно. Дорогой, послушай, наш сын исчез. Что нам делать? И что, погуляет и вернется. Только оставь меня в покое. Серьезно? Я волнуюсь. Восстаньте, погашие. Пора спать. Новая кроватка уже ждет. Иду. Да, спать хочется. Мы тебя любим. А я вас. Сладких снов. Люблю вас. И вам сладких снов. Что это было? О, котички, дверь открылась. Пофиг, я спать. Ловушка сработала как надо. Пора устроить приборку. Что? Котец! Беги! Что ты задумал? Вы с ума сошли, мамуня! Куда это ты ногти навострил? Валерьянки объелась, вы ж психи! Надо спрятаться, иначе мне точно каюк. Ты тут? Ты думал, это благотворительность? Думал, мы скупаем в роскоши такого оборванца? У нас так, не съешь ты, сожрут тебя! Что? И где он? Быстрый поганец. А, вроде спасся. А, кто-то приближается. Выходи, где бы ты ни был. Мамуня, оказывается, и она меня ненавидела. Лучше мне поскорее уйти. Горизонт вроде чист. Так, стелс-миссия. Ни звука кэтнэп. Шерсть мне в рот, нет! Мне конец! Вот ты где! Живо сюда! Я умоляю, отпустите! Я думал, мы семья! Да что с вами такое? Вы правда меня так ненавидите? Таким, как ты, тут не место! Что? О, нет! В чем дело? Не говорите, что! Невозможно! Котички мои! А нечего мучить моего сына! Нашелся! Солнышко, мы так волновались! Мои любименькие! Прости, что обижали!
Да ничего, спасибо, что спасли. Еще и новый дом урвали.